Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вообще, надо сказать, что вот вы предполагаете, наверное, что что есть какие-то такие, знаете, вот признаки вот того, что вы можете нравиться, например, мужчине, да, или можете ему нравиться. Вы, наверное, думаете, что есть какие-то признаки 100%. Да, хотел бы вас несколько вот, наверное, разочаровать и сказать, что каких-то таких признаков нет, потому что все люди разные, вот, и у всех свои, ну, у всех свои предпочтения, у всех свои есть аспекты, у всех свои есть нюансы, вот, и моя идея заключается в том, что вам не нужно стараться искать и пытаться понять, нравится твой человек или нет. Вообще говоря, вы это вполне можете ощутить или не ощутить, если этого не произойдет, ну, условно говоря, если вы не понравитесь мужчине, например, то вы просто поймете, что вы не нравитесь и так далее. То есть от него не будет исходить такая особая аура. Вот. То, что вы описываете, очень похоже на тревожность. Тревожность от того, что вы можете человеку не понравиться. Это правда, вы можете человеку не понравиться. Здесь вы, мне кажется, вы даете излишнее такое желание понравиться мужчине. Но ведь это, как вы понимаете, элемент случайности. Может быть, понравитесь, может быть, не понравитесь. Никто этого не знает, тем более, что общение у вас сейчас исключительно на уровне, как вы сказали, начала. То есть симпатия, даже если она есть, она элементарно еще могла не развиться. А вы уже говорите про то, что как понять, значит, понравились ли вы человеку или нет. Я думаю, что вам надо бы задать себе вопрос вот такой. Почему мне так важно понравиться человеку, да, почему мне так важно, чтобы я ему понравился, и что мной движет когда я хочу увидеть признаки того, что я ему нравлюсь. Вот. Мне кажется, что это очень
важный момент, потому что так вот можете переключиться с него на себя. Вот. А так вот можете переключиться с попытки понять то, что человек может быть сам не понимает еще до конца. Вот. На себя. Вот. И это, наверное, лучше, что вы можете сделать, как мне кажется, для себя самой. Вот. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. И такой вот можно дать вам ответ. То есть подумайте о мотивации вашей. Вот. То есть какая у вас мотивация чтобы понравиться человеку. Может быть, у вас давно не было отношений. Может быть, вам тяжело и грустно одной. Вот. Может быть, что-то еще есть. Может быть, есть желание показать и доказать. Вот. Может быть, ну, в первую очередь, себе, да, что вот, что вы, образно говоря, достойны быть там, с мужчиной, вот, и что вы не хуже других. Вот, я хочу, чтобы вы об этом подумали, потому что это достаточно важно для вас и важно для построения отношений, ведь излишняя мотивация, излишняя сверхмотивация быть в этих самых отношениях вам может только пойти во вред. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Вот. Имейте, пожалуйста, эти аспекты в виду. Вот. И старайтесь не отходить от этого. То есть я имею в виду, старайтесь не уходить от этих моментов, потому что они в достаточной степени важны, чтобы на них обратить внимание. Вот. И слушайте свое сердце, но вам безошибочно достаточно подскажет, как обстоят дела. Удачи вам, всего самого доброго.